Да более того, японский ученый, фамилия которого я сейчас не вспомню, но это знаменитые эксперименты по кристаллизации воды какая, в зависимости от, музыки. От музыки. Какая музыка кристаллизирует воду лучше всего? Классика. Нет. Хуже. Еще смешнее. Не классика. А что? Исполнение гимна Советского Союза, причем мужским хором. Вот это вот, над которым мы привыкли издеваться, там, «Слащ, отечество, она, дружба народов, надежный оплот» и так далее, «Партия Ленина, сила народа, на страже коммунизма», дает лучший результат. Так, это японские ученые, которые по-русски не размовляли. Готовить надо, напевая гимны Ригведа. К сожалению, гимнов Ригведа я не знаю. Единственный гимн, который я помню, это гимн Советского Союза. Поэтому... будем петь гимн Советского Союза. Так. И закипятить до первых пузырьков. Итак. Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь. Да здравствует созданный волей народа великий могучий Советский Союз. Славься, Отечество наше свободное, дружбы народов надежный оплот, партия Ленина, сила народная нас к торжеству коммунизма ведет.